Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим каркасный дворник от компании Lavita. Артикул данного дворника 230-380. Длина 380 мм или 38 см. Перечень автомобилей, на который подходит, находится на задней части крышки, вернее коробки. Ну, в принципе, это далеко не весь перечень, поэтому нужно отдельно уточнять, примерять дворник. Вот. В комплекте у нас находится сам дворник и также крепление под него. Крепления идут на крючок и на штырь. Вот. Дворник, в принципе, самый обычный, стандартный, да и, в принципе, цена у него бюджетная. Резинка идет с графитовым напылением, поэтому при эксплуатации и замене нужно это учитывать. Если лед налипает руками, лед не сдираем, а просто нужно обстучать о лобовое стекло. Точно так же при замене руками не трогать, дабы графитовое напыление не стирать. По виду это самый обычный вот такой вот дворник. Кстати, резинка здесь меняется, поэтому отдельно можно приобрести резинку в случае, если она уже плохо вытирает. Таким образом немного сэкономить. Стоимость данного дворника вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.